Здесь уже был, наверное, узнают эти места и догадаетесь, где мы. Или нет? Да, ребята, мы приехали на Ласточкино гнездо. В общем, подойти туда не так-то просто, нужно сделать большой крюк где-то вон оттуда, сколько-то там тысяч ступенек преодолеть, и мы будем там. Но нам не привыкать, мы приехали сюда за этим, чтобы до него прикоснуться и пощупать, поэтому пойдемте вместе с нами. Пошли, Родион. Я ж тебе... Так вот мы начинаем спускаться в Ласточкино гнездо, по как раз по вот этим ступенькам. Что? На ручки? Нет. Давай. Нет, пусть пешком полезет, да ладно? А? Пусть пешком ходит, он же обалдел. Ничего, так будет точно лучше. Судя по навигации, по причалу идти нам 700 метров. Итак, весь путь, смотрите. Мама! Палатки, палатки, палатки. Очочки. Че? Родион, как всегда, на руках. Но нам не привыкать. Туда не пускают. Можно где-то здесь тормознуться и все. Я думаю, ну знаешь, сюда подходят корабли, которые можно снять в Ялте, пароходики поплавать. И здесь остановка, но народу там, конечно, тьма. Корабль. В общем, нам немножко не повезло, мы немножко не успели. В конце августа закрыли на реконструкцию Ласточкино гнездо, и мы туда не попали. Но в 2020 году сюда можно приехать и зайти внутрь. Наверное, а пока так, наверное. В общем, сгоняли мы на Ласточкино гнездо, но удивительно то, что нигде не написано, что оно закрыто на реконструкцию. И вы даже не представляете, какие толпы туда идут и расстраиваются, иностранцы, пожилые, преодолевают все эти ступеньки, и потом понимают, что все закрыто, и придется обратно чесать, поцеловав просто замок. Кто приедет, вы увидите только вот, ну, издалека, как мы.